Центры правовой помощи населению открыло в областях страны общественно-социальное информационное агентство «Ваша Надия». В рамках проекта начал выходить журнал «Антикоррупционный вестник». Презентация издания и сети юридических услуг состоялась в Одессе. Главная задача центров юридической помощи – оказание услуг обычным гражданам, права которых нарушают чиновники и бизнесмены. Нередко власть и бизнес объединяются в коррупционных схемах. Центр буде займатися як представництво антикорупційного вісника, а також це буде і інша правова допомога, зокрема споживачам фінансових послуг. Туди можна буде звертатися по всіх питаннях, пов'язаних із проявами корупції, а також інформації щодо і допомоги щодо журналістських розслідувань, пов'язаних з корупційними діями в будь-яких напрямках життя суспільства. В этом же направлении работают и журналисты антикоррупционного вестника, первого в Украине специализированного издания такого рода. Публикуются журналистские расследования деяний государственных служащих, независимо от ранга, раскрываются преступные схемы получения выгоды. Кроме того, издание знакомит читателя с новостями и особенностями законодательства, опытом других стран в борьбе с коррупцией, дает советы по действиям в конкретных ситуациях. У нас започатковано таку досьє на народне досьє на суддів. І навіть якщо в якійсь справі, яку ми розглядаємо, яка попала на сторінки нашого журналу, є там чи суддя, чи державний службовець, про нього не тільки там сказано, що він зробив, а й відкривається його декларація. Ми звертаємося у Національну агенцію запобігання корупції щодо перевірки його декларацій, відповідності тому, що він має. На странице антикоррупционного вестника попал и скандал вокруг одесского долгостроя, жилищного комплекса «Золотой берег». О бездействии городской власти узнала вся страна. Собирались деньги с инвесторов, потом эти деньги, большинство из этих денег было украдено, затем привлекался какой-то очередной кооператив, который продолжал собирать деньги с обманутых инвесторов. Все это происходит на фоне именно коррупционной бездеятельности, она же может быть даже деятельности городской власти во главе с мэром Трухановым. Материальные возможности достроить дома у городской власти есть, их не используют. Инвесторы и общественники обоснованно подозревают тут злой умысел. Один из самых больших бюджетов, появившихся в процессе децентрализации, не может найти деньги на то, чтобы закончить социальное жилье, заказчиком которого выступал Одесский городской совет. Жесточайшее сопротивление старой власти, перекрасившихся в новые жилетки, и коррупционеров, и тех, кто попадает в эту систему. Журнал «Антикоррупционный вестник» выходит ежеквартально. Второй номер появится через несколько дней. Прочитать его можно и на сайте. Одесский центр правовой помощи «Ваша Надия» работает по адресу улица Бунина, 28. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».